Всем приветики, ребятки! Вы на канале Katie's Games, и у меня выпадает наушник из уха, а это мой подопечный, испытуемый, который будет со мной играть. Моя сестра играет, отказалась, категорически отказалась, и мы забыли засеть свое времечко, поэтому, блядь, именно мои часики. Я не помню, на каком мы моменте остановились, на самом подделе. Поэтому просто поднимем батарейку, дальше пойдет такси. Нереально. Самое сложное выпытание, да? Да, я сам. Знаете, а я не знал. Я по времени я не помню. Окей. Так. Угу. Как тут начну включать? Я забыл. Если мы не помню. Отлично. Супер. По-моему, F, нет? Так, это, ага, F. А, отлично, все. Ну, F фонарик, как бы. Так, попади сюда, просто. Я смотрела раньше прохождение. Бежать. Решит, или? Ком здесь не может бежать. Это сейчас, да, посмотрела? Спидран, это все. Ой! Ёп! Как лечиться? Беги! Так как их брать? На левую кнопку! Не знаю. H, это брать предметы. Нет, левая кнопка мыши, брать предметы. Беги! Чет! Ёпта, ну вот этот вас явно возьмет. Бегите налево. Бегите налево. Бегите! 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 Наверх! Курим, как курим. Ух, ё. Стрела прилетела, да? Да, нужно отсиживаться. Сейчас кто-нибудь такой прискачет сзади. Ну что, он сидел? Так, вот. Эй, а как это лечится? Какая кнопка? H, написано. Ну, на H можете полечиться. Так, пойдите. Победа. Иди, Флорес, беги. Че ж вы не поете песенки? Бейте, нельзя, бейте. Нельзя, нельзя, не пойте. Кто бы завтра тебе право. А, сейчас Арсений мне там это. Мой новый канал заблокирует. Ну что ж. We have you. It's okay. We have you. Ты с нами. The gospel isn't done yet. Еще не готово, мы запишем твое воскрешение. Мы запишем. Complete your gospel. Не, видно лучше. У меня даже. Как же зрители? Ой, там что-то читали. Свои ребят, нет, правда ни хрена не вижу, но не, ну у других же блогеров, которые матерятся, да, вот здесь монетизация. Давайте, Петерина, теперь несколько раз. Ваша очередь, давайте, давайте. Да я вообще из-за света ничего не вижу. Так,
Райдер, Блин, нет, сейчас страшно. В общем, ребят, мне что-то позвали, что ты самый страшный, походи. Ну, самый страшный. О, блин, сейчас темно будет. Ага, да. А вы не хотите, нет, побегать в темноте? Нет. Я как бы помню, но я не помню, куда бежать, я помню, куда плохо. Я тоже, я смотрю прохождение ютуберов, я помню такое. Это мой брат разделен, раздавленный убитый тираном Лэрдом и его прихвостнем ником из-за вина, которое тот разлил, потому что у него не было нескольких пальцев, и он был не виноват. Это ужасная несправедливость, и я надеюсь, что милостливый Господь обошелся с ним. Господи, помилуй. Это я. Это интернет даже включили. Блин, прикольно, так полз. А, он за нами будет ползти. Нельзя его давать близко пройти. Бегите нафиг оттуда. А теперь развернитесь. Он ползет или ходит? Что назад он ползает? На Колю похож, наверное. Да. Коля будет смотреть. Коля, привет. Ты бежишь? Дали привет, с вами начальник. А эти мигают, ну вы шо? Снимайте. Эти еще когда, мама? А, блин, я не могу. На 2 минуты. А он не ползает. Ё-моё, наушник выпадает. Ой, батареечку поменять. А ты как тут поменять? Эх, по-моему. Эх, хорошо, ну потом. Прям когда конец. А, ну да. Будешь сюда? Посади семя, вылезти плод. Окей. Окей. Я их слышу все. Так. Вот главное, как приседать, вы знаете, да? Мы-то... Ну, вставайте, попробуйте. О! А вот тут вот жестко начинается. Сейчас спрячемся. Встанем. Кстати, ребята, вы не заметите, что я теперь без очков. Мне сделали лазерную коррекцию зрения. И чтобы следить за тонкими новиночками, за моей жизнью всей интересной, переходите в описании в Инстаграм. По ссылочке в описании в мой Инстаграм подписывайтесь. И живите. Вот тут по подсказочке будет ссылка на мой Телеграм-канал. Ой. Телеграм. Если так, конечно, можно. Да, тут всё. Я должен сказать. Вы что, так прикрылись? Ага, всё, теперь перемычка. Ну, ещё рано было? Если что, у нас мало батареек. Сколько и количество? Вниз как-то посмотреть надо. Не помню на какую, на какую-то кнопку надо посолить. Как давно я не играю, что забыли. Ну, в принципе, мы так мало играем. Надо уже пройти эту игру и начинать новую. Может, Куй пройти рога какой-то? Мой любимый... Фредди. Мой любимый блогер с неё начинал. Ну, ютубер. Он с неё начинал. Рогов и какой. О. Шахта. Это должна быть она. Как, черт побери, я спущусь туда? Так вот, ну прыгай прям в прямую. Какая разница?
ну вон он. А, мой любимый ютубер начинал с этой игры, и она не такая страшная, как эта. Ну да, рыбка Фредди не такая страшная. Нет, дорогая копыта. Ага. Ну рыбка Фредди тоже не дерьмо, я не могу. Веревка. Мне просто нужна веревка. Угу. А нужна веревка, чтобы вниз спуститься. Извини, мне пришлось взять веревку с этого шкива, потому что я собираюсь забраться на небеса. Ха-ха. Если этот жирный Езекиль не хочет давать тебе больше веревки, ты можешь зарезать меня и забрать ее, потому что мне она тогда уже будет не нужна. Давай тебе играть. Ну, нет. Давай. Мой канал, как бы мое прохождение, но прохождение я не помню. Мессия, чудо, тело Христово. Мессия! Привет! До свидания. А он, кажется, не... Ну, конечно. Не видишь? Вот. Я был эти все. Ты не видишь. Сейчас он просто открывает дверь. А, сейчас он просто это обходит и вон там. Можешь воду прям. Там не вода. Да, ты, наушник падает. Ладно, я помню прошлое видео, я снимала также с наушником. И он у меня выпадал постоянно, что просто на половине игры я такая, ну нафиг, и снимаю. Какой-то красивый. А вы туда же не сможете спрыгнуть? А вы потому что на окне нужно. А, он вас слышит. Ну, мне уже не чихать. Я домой хочу найти. Я так не думаю. Сейчас он будет выбивать быстрее. Кровать. Блин, на одном месте, как печень. Ребят, пустой игра первый раз. Я играл раньше давно, еще только вышла вторая часть на PlayStation, так не компьютере, не знаю. Первый раз у нас сел, поэтому... Их двое. Джинни... Да блин, ну... Да прыгай ты! Аня, ты чё, будем сидеть всю серию? Так, там есть бревно, можно спрятаться в бревне. Кровати нет. Нам нужна верёвка. На верёвке я там что-то не видел, но... Ну, я особо не знаю. Там только один дом, дальше. Ну хорошо, сейчас пойдем. Что ты такой под дверь? Шалом. Нет. Спрячься. Какая бабушка так че? Ничего, да? Чего я не слышу ни шагов, ничего. Я что-то не слышу ни шагов, ничего. Освещение будет просто на YouTube. Может быть, но я убежал в какую-то другую непонятную длинную штуку. Точно. Вам не забыли? Ага, понятно. Да-да-да, если ты не знаешь, куда бежать, беги на свет. Нет. Вот и верёвка. Возьми её. Так хрен пойми, он, получается, сбежал, да, этот чувак? А, там труп на ней висел, он повесился. Он сказал, типа, если ты меня найдешь, убей меня.
И забери мою веревку, она мне не нужна будет. Но не написал, типа, если ты меня найдешь, я буду мертв, забирай ее. Вот, бери, бери, ну бери. Thanks. Same. Спасибо. Побежали. Да, конечно. А слышали, у тебя наша надежда, наша слава. Вы бесполезны. Вы бесполезны. Не Мэл. А ну давайте вперед. Нет. Не, ну в смысле, я проходила какие-то. Да я тоже, я всю игру проходил. Ага. Тут. Я вторая. Это бесполезно, жалко, что вы упустили спасение. Не будет рая, не будет славы. Ваша слабость погубила вас. Я пытался направить вас, но вы были слишком глупы, слишком тщеславны. Вы заслужили свои раны, вы заслужили ад, в котором вы находитесь. Я тоже. Это чувак такой, ну что ж, ты стоишь на углу, я тебя не... Ну что, я тебя вставать, я тебя... Я сейчас в окно такой залазил. Или сзади такая дверь. Я понял, но это не исключительно. А нам что-то лежит, что-то лежит. Где? Ага. Ладно, пока полечусь. По окнам они, получается, не лазят. Вроде нет. Да вон же кто-то там. А, это все. Ну, придется. Я думаю, будет верно, если сейчас залезу вверх. Я бы сейчас это больше. Залезьте обратно. Он идет! А залезьте вы! Он хочет залезть! Нет! Нет! Сейчас мы вышли на чай, да, пригласим? Да. Он не идет, он там стоит. Да сейчас вам стрела в лоб прилетит. Да ладно, бинты есть. Это много. Понятно. Так, конечно, куда еще нужно будет двигаться? Вот тут дверь, кажется. Блин, ты сейчас кто стоит? О, пенек. Больной Иисус, реальность. Вы истекаете кровью, но я уже на найти. А, есть еще белка? Нет. Тоже нет. Нет. Ты должен был умереть. Мы прибежали обратно, вы что, издеваетесь, что ли? Так мне веревка, но выбрать не надо. Нет, мы прибежали обратно, поставь. Я пушу. Бери. А он медленно бежит. Пока не пусть ешь. Пусть зрелище. Давай. Пожалуйста, чуть-чуть. Сейчас он так умирает. Почему мне стрелы пошли? Тебе кто не стрелы закончил? Гениально он наделал. Don't touch me! Say, get your hands off me! Touch this gush with the thought of you! Ты не можешь еще медленнее? Hey! No! No, god damn you! Еще раз найти бинты или умереть. Я забыла, что тут нельзя петь. В принципе, я не умею петь. Так, кто-то надоел наушник.
Ну что ж, может, на этом закончим? Ну, уже все, 20 минут прошло. Ну давайте закончим. Ну что ж, ребят, вот на таком мы нормальном моментике закончим. Просто побегали. Сейчас, давайте выйдем. Да сейчас что-нибудь начнется, наверное. О, да. Локация школьная. Крыша, возможно, я мог бы найти бинты, чтобы не стекать. Ну что ж. Он собирается ходить. И не смотреть в камеру. Мне надоело это нужно, поэтому просто оставляю. Итак, прощаемся. Я так сейчас узнала, что я в начале видео не сказала, что мы играем в Outlast. Окей. А, может, сказала, я не помню. Окей, ребятки, всем большое спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой Instagram. Переходите на мой сайт, я делаю офигенный сайт, и если что, я веб-дизайнер, переходите, заказывайте. Если вам, понравился вот этот молодой человек моих видео, который будет мне помогать проходить Outlast, ставьте плюсики или пишите любые комментарии. Вообще, если вам все понравилось или не понравилось, пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч.